Всем привет! Небольшой обзор телефона Huawei P10. Телефон приобрел 3 дня назад, попользовался, очень доволен. Телефон просто летает, я не знаю, как еще сказать. Очень быстро все работает. Значит, вот самое первое, что мне сразу понравилось, это вот это вот здоровье, он считает мои шаги. Сегодня я вот прошагал 1347 шагов, когда успел только вот, и даже не заметил. В общем, заинтриговал мне это все, ну, пользуюсь. Экран очень качественный. Дисплей Full HD с диагональю 5,1 дюйма. 1920 на 1080 разрешение. Еле выговорил, блин. 16 миллионов цветов. 632 пикселя на дюйм. Значит, сканер отпечатка пальцев работает вообще. Я не ощутил, чтобы какие-то проблемы у него были. То есть моментально все срабатывает. Приложение открывается очень быстро. Все, пожалуйста, мы уже в Яндекс.Навигаторе. Любые такие, ну, социальные сети тоже все очень быстро открывается. Все работает довольно быстро. Значит, у него процессор Kirin 960, 8-ядерный, 4 ядра Cortex A73 с частотой 2,4 ГГц и 4 ядра Cortex A53 с частотой 1,8 ГГц. Операционная система Android 7.0. Значит, две сим-карты. Здесь возможность либо две сим-карты вставить, слот такой, либо одну сим-карту и карту памяти. Вот у меня одна сим-карта и карта памяти стоит. Карта памяти, я сейчас, если не ошибаюсь, до 128 гигабайт можно вставлять. То есть спокойно работает. Ну, как я говорил, датчик отпечатков пальцев. Но вообще, когда я выбирал телефон, для меня очень важно было, были параметры камеры. То есть камера отлично работает, моментально на 20 мегапикселях нету масштаба. То есть камера работает очень быстро, очень четкие фотографии и видео в формате 4К. Смартфоном я очень доволен. Значит, основная камера 20-мегапиксельная монохромная и 12-мегапиксельная цветная. Оптическая стабилизация изображения. Двухтоновая вспышка. Фазовая непрерывная, лазерная и глубокая автофокусировка. Два гибридных зума. Ну, как я говорил, формат записи 4К. Ну, летает просто телефон вообще. Я сколько им пользовался, не перегревается. То есть все нормально для него. Это штатный режим, какие нагрузки бы ни были. Я и снимал, и выкладывал. То есть постоянно его нагружаю. Аккумулятор 3200 ампер-часов стандартный. Значит, вот сейчас время 17.32. Телефон заряжал вчера ночью, где-то часа в 2, максимум в 3 часа ночи он уже был заряженный. Сейчас осталось 74%. То есть, если нагружать сильно телефон, пользоваться им, удовлетворять все свои потребности за день, то аккумулятора в целом хватает на день. Быстрая зарядка где-то в среднем час 30, час 35, я точно сейчас не помню, до 100% он заряжается. Первые 80% вообще буквально за 30-40 минут моментальный заряд. Вот такой вот телефон, смартфон Huawei P12. Очень доволен. Ну, качество изображения вообще великолепное, как и на дисплее, так и фотографии, которые он делает. То есть, ну, вообще,
Вот. Если надумали покупать такой телефон, и у вас есть такая сумма для покупки этого телефона, то вообще не сомневайтесь. За эти деньги лучше вы вряд ли что-то найдете. Huawei P10. Посмотрели видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Вообще, если пользователи таким телефоном, если у вас какие-то проблемы с ним возникали, то пишите в комментариях, будет очень интересно. Лично мне вот почитать, что меня ждет с этим телефоном. Еще забыл сказать, фронтальная камера 8 мегапикселей, селфи отлично вообще делает. То есть по всем параметрам, которые вот мне нужно было, я не знаю, какие еще параметры могут быть у кого-то там, для себя, которые принимают, меня полностью устраивает. Я прям советую искренне вам. Спасибо за просмотр. Всем пока.